24 января в Конгресс-холле в рамках проекта дискуссионного клуба «Диалог на равных» состоялась встреча студентов с губернатором Омской области Александром Бурковым. В начале мероприятия глава региона дал молодым людям несколько советов, как быть конкурентоспособными на рынке труда и добиться успеха. Для того, чтобы делать выводы, нужно понимать, что жизнь – это профессиональная жизнь, это некий бизнес-план, который имеет определенный временной промежуток, который имеет определенные вложения. Вы должны потратить время, усилия, знания, и которые имеют определенные риски. И вы должны понимать в жизни, что делая шаг такой, вы можете получить большие дивиденды, а можете и проиграть. Вы можете ошибиться с выбором профессии, к примеру, и не получить этой работы не только в Омске, но и в Москве. Поэтому здесь вы должны подходить разумно. И, как правило, для того, чтобы сделать выбор после вуза, вы должны уже сегодня в процессе обучения начинать работать. Вы должны набирать со своего профессионального и жизненного опыта. Поэтому, дорогие друзья, я жду совместной работы на благо нашей Омской области здесь. Молодые люди смогли на равных побеседовать с руководителем региона и задать свои вопросы о рабочих местах для студентов, о волонтерском движении, городском благоустройстве, предпринимательстве, культуре, спорте и многом другом. С молодежным общественным советом предлагали организовать молодежное пространство. Город Омск, к сожалению, на данный момент большим количеством молодежных пространств не обладает. То есть мы смотрим Красноярск, там Каменка, смотрим Новосибирск, там Этажи, смотрим другие города, там везде молодежные пространства есть. Мы этот вопрос активно поднимали, но хотели бы попросить вас об участии в этом проекте и помощи в создании такого молодежного пространства, потому что запрос на него есть, необходимость в нем есть, и вот тоже хотелось бы узнать, есть ли такая возможность посодействовать в этом проекте. Хорошо, безусловно, давайте подключусь, вашу позицию услышал, мнение. Зная, что есть потребность, давайте будем обсуждать вместе с городом и вместе с коллегами, я имею в виду с представителями разных молодежных организаций, что мы хотим, в каком формате, самое главное, где, на каком месте, локейшн какой. В своей речи вы сказали о том, что ваши студенческие годы были неразрывно связаны со студенческими отрядами. В этом году нашему движению исполняется 60 лет. Что бы вы могли пожелать движению СО на юбилей, и смогли бы вы, исходя из личного опыта, прорекомендовать современным студентам свое лето провести в ряду студенческих отрядов? В общении опыт в контактировании с людьми, взаимоотношения в команде, опыт работы по специальности, той или иной. Плюс, безусловно, это финансовые средства, которые вы зарабатываете и вы оцениваете. А какова стоимость сегодня вашего труда? И вторая часть, это действительно самые, я по себе могу сказать, это были самые веселые и радостные периоды моей студенческой жизни. Потому что это гитара, это песни, это общение в коллективе, это агитки. Но это действительно совершенно другая волна, я не знаю, может быть, задора какого-то драйва. Поэтому, безусловно, я всем рекомендую участвовать, попробовать себя, в стройотрядовском движении, принять участие. Ну а юбилярам, что я желаю дальнейшего процветания и, самое главное, для каждого стройотряда хранить ту историю, которую до вас создавали студенты еще предыдущих лет. Всем вам, дорогие друзья, я желаю в первую очередь веры в себя и веру в ваше родное отечество. Были подняты очень актуальные вопросы, касаемые вообще Омска и Омского региона. В целом, на самом деле, очень радует положительное и открытое отношение нашего губернатора ко всем молодежным идеям. И хочется отметить в том, что все-таки у нашей молодежи, судя по вопросам и стремлениям, на самом деле, очень хорошие идеи, потому что были освещены темы, которые важны в любое время. Озвучена поговорка самим губернатором: где родился, там и пригодился. Мне хочется покидать свой регион, потому что здесь родственники свои, уже ты к нему прижился. И хочется, чтобы у нас регион развивался, и принимать в этом участие было бы замечательно.